Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшний день, Великая Суббота, накануне главного нашего праздника, как он называется, праздника, Пасхи Воскресения Христова. Этот день, один, наверное, из самых таинственных и наполненных мистическим содержанием во всех днях церковного года. В этот день мы слышали, читаются отрывки из Священного Писания Ветхого Завета о тех моментах истории народа израильского, которые совершались, особенные действия Божии, благодаря которым народ спасся сначала от египетского рабства, потом от гибели войска, которые египтяне преследовали, затем события, которые совершались уже в палестинской земле, в обетованной земле, чудесные события спасения вот этих трех от рабов Израиля в Вавилонском плену, когда их осудили на сожжение в печи, словом, эти вихи, в которых являлась особенная сила и могущество Божие. И все эти чтения как бы ориентированы на то, чтобы показать, что сейчас произойдет самое главное событие. Все это было как бы предвестником, а вот главное событие произойдет сейчас. И в это время в Древней Церкви совершали крещение людей, которые готовились часто на протяжении не одного года, не отдать им крещение, потому чтобы стать членами Церкви, стать христианами. Как раз во время этого длинного чтения Иеремии совершали таинство крещения, а потом они уже стояли вместе со всеми в храме, воспевая эти песнопения вместо Пресвятого, и лица во Христа креститесь, во Христа пригодитесь. И лица, то есть те, которые крестились во Христа, оденьтесь в Его правду, Его истину. И читается послание апостолов, исполненное послание к Римлянам, и заключительная глава Евангелия Матфея. Те самые, которые читаются во время совершения таинства крещения в протяжении всего года. Послание к Римлянам апостол Павел говорит о том, что разве вы не знаете, что силы крестившиеся во Христа Иисуса не в Его кресте. То есть речь идет о том, что человек умирает для своей прошлой жизни и воскресает вместе со Христом, как Христос умирает от ветхого мира и открывает новый мир. Новый мир, в котором Бог приходит на землю, приходит уже воскресший Господь, иные закономерности начинаются в сотворенном мире. Грех оставлен, материя преображена, но это преображение начинается пока с одного Господа Иисуса. Он приходит к своим ученикам не просто как Дух, как можно было подумать, и после Бога иная, хотя Он приходит во плоти, ест с учениками, но плоть иная, Он одновременно показывается в разных местах, проходит через закрытые двери, то есть вторжение другого мира в наш этот мир. Да приедет Царство Твое, как мы можем сумолить Отче наш, вот этот приход уже начался с воскресения Христова. Поэтому для нас так важно вот это событие, и мы, видите, переоблачаемся с черным одеждой скорби, переоблачаемся в белой одежде чистоты, радости и воскресения. И в этот момент по мысли Церкви Господь пребывает в субботнем покое, тело покоится, но сам Господь находится там, где были души умерших гнилых, сходит в ад, как Писание говорит, в поисках Адама, который не нашел на земле, и ищет его в аде и наполняет собой все это духовное пространство учений, которое было до его прихода, до его победы над смертью. Господь побеждает главного врага этой жизни – смерть. И вот эта победа началась в ночь Пасхи и продолжается, и была победа Бога, и она продолжается, пока будет существовать этот мир. Поэтому нам так важно осознать вот это великое событие, эти новые перспективы, новой жизни, которая открывается перед нами. Конечно, это не происходит сразу, когда апостол говорит, разве вы не знаете, что вы смерть крестились, что вы умерли для прошлой жизни. Он напоминает членам церкви о том, что это происходит
уже произошло с вами, но пока как возможность для вас, как открытый новый путь жизни. Поэтому идите по этому пути, отставая, забывая, облекитесь во Христа, будьте жителем добра и не зла. Старайтесь в жизни своей делать как можно больше добра, как можно меньше зла. Пусть Господь так благословит этим сознанием, и чтобы мы с каждым годом более и более проникали в эту великую тайну, великую субботу.